Рустякса. Это с программы. Но... в программе MP3 сделано, да? Да, но звук выходит сразу после того, как заходим, а не... Ну, когда... А мы посмотрим таймер... блоки и там поймем. Ага. Таймер тоже... Это секунды? По идее... Секунды. Это, по идее, ага. Таймер должен... Ну, музыка должна играть после того, как секунды они кончатся. Вот сейчас. А сейчас посмотрим так. Вот, 3 секунды. Ага. Так, теперь смотрим код. По идее... Дизайнер и код. Так, сейчас музыка внизу, да, получается, компонент? Посмотрим, где вот музыка привязана к компоненту. Это вот в таймере, да? Звук, вот. Да? Получается, медиа. Загрузили файл, да? Так, теперь звук уведомитель 1, уведомитель 2. Так, уведомитель 1, уведомитель 2, это вот из этого, да? Из интерфейса пользователя. Уведомитель. Да. Уведомитель 1 — это когда текст уходит. Интервал. Когда интервал нажимаем. Вводим интервал, сколько секунд надо. А уведомитель 2, когда сообщение вроде пишем. Ага. Смотрим блоки, да? Так. С самого начала. Первое. Интер 0. А, переменных. Да? Переменные. Так, вот когда... Вот получается, когда экран инициализируется, да? Когда экран инициализируется, уведомитель 1 вызывается, да? Да. И чтобы секунд ввести интервал, за сколько секунд таймер сработает. Сейчас посмотрим, может быть, вот этот... Так. Он перезагрузился, что ли? Да. Заканчивается это время, когда долго не заходишь. Mm. Так, сейчас вот, когда экран включается, показывает диалог, интервал. Да. А вот это сообщение, получается, после ввода текста, оно же срабатывает. Иногда... Надо сообщение... Срабатывает, когда только захожу. Ну вот, это вот в какой момент? Когда вот при попытке печатать текст, а? Когда экран включается, сообщение же выходит. Написано, видите, интервал, да? А здесь вот получается уведомитель после ввода текста срабатывает, когда вот это сообщение включается. Вот если вот сообщение убрать со скрин 1 и попробовать запустить заново. Просто вот так поставить? Нет, это тоже будет же какое-то значение. Пустое значение тоже значение. А может тогда что-нибудь пустое сюда поставить, потому что... Нет, вообще попробуем так, без ничего. Вот это тоже убрать? Нет, пусть оно же не привязано. Одно действие просто вызывает другое, получается, ясно? Как домино. Ну, это... Это просто сообщение, по идее. Сейчас посмотрим. Ну, это же изменение текста, получается. После ввода текста вот это событие наступает, когда текст... из программы. Без разницы, пользователь ввел или программа заполнила. Главное, что вот это условие сработало, триггер сработал, да? Триггер. Так.
зависает. Угу. Хорошо, так память отнимает. Да. Установился, да? Что-то не выходит. А, вот неправильное. Да? Неправильное количество аргументов, да? Это тут. Так, откроем код, теперь посмотрим. Так, показать текстовый диалог. Видите интервал. Так, и после ввода текста, да, он срабатывает? Да, сначала текстовый диалог выходит, когда заходим. По идее, должен выходить без музыки. Музыка вообще не должна играть вначале. Тут получается же, вот когда мы сообщение вводим, а куда текстовый диалог вводится? В экран. Какой элемент? А в экране какое-то переменное или что-то есть, да, куда она вводится? Надпись, уведомитель. Уведомитель вводится, да? Да, уведомитель в... Когда в экран заходим, уведомитель а первый где число? Сразу. Число? Число где? Сколько секунд ждать? Мы вводим число вот здесь. Так, после где? После ввода текста? Integer. Мы присваиваем переменную сюда и получаем ответ от уведомителя 1. Может, не через уведомитель вводить, а через поле? Создать там поле и прям на нем написать «Введите интервал». Потому что здесь... Нет. Это пусть остается. Вот первый раз не через уведомитель, а первый раз через просто поле вот текста и после нажатия кнопки вот так сделать. А уведомитель второй, где уведомитель второй? Ниже. А когда часы таймер, вызвать уведомитель, да, то есть ввод данных не через уведомитель делать, а обычным способом, да, через поле и кнопку. А то небольшая добавить. Неразбериха получилась. Да, поле и кнопку. Там этот текст, поле и кнопку, да? И через это вот данных сделать, потому что когда через уведомитель и ввод данных, и вывод, он срабатывает, да, получается? Наверное, время дадим, да, Искандеру? Еще второе задание, как второе задание? Да, здесь что-то не получилось. А что не получилось, Ром? Через Google Translate, да? Ну, вообще, четыре слова хотел. А где это блоки? Блоки. Тут два экрана. Тут два экрана. Когда нажимаем на кнопку, переходит на второй экран. Так. Это первый экран. Когда нажимаем на кнопку, открывается второй экран. И начальное значение — это текст. Это текст, это просто вот этот текст. Первый экран смотрим, что там в первом экране, что написано. В первом экране что, какие блоки? Просто вот этот, все. Вот когда кнопка нажата, еще один экран нажать, да? И текст, который здесь введен, туда отправить, да? А теперь во второй экран блоки посмотрим.
текста. Word. Начальный если Word текст. Name. А где надпись 3 находится? В экране 2. Где он? Он здесь пустой. А, может быть, для начала чем-то заполнить? Условно чем-то. Ну, что-нибудь. А. Как в криминальном чтиве, если все в порядке. Скажи что-нибудь, да? Что-нибудь, да? Так, перевод слова. Попробуем запустить. Что-нибудь. Там он еще показывает эту... Что-то вот мой, иглу, мой да? Транслатор не сработал. Сейчас посмотрим. Начать. Каждый шаг надо по отдельности отрабатывать, да? Что, что-то есть. Вот сразу большой код писать и запускать это неправильно. Надо что-то маленькое сделать, постепенно наращивать. Понятно? А то что-то грандиозное придумать и в конце проверять, где-то мелкая ошибка затормозит, да? Ясно? Да, да. Алия, вам тоже ясно, да? Да. То есть двигаться маленькими шагами это лучше, чем гигантскими шагами. На гигантском шаге упасть легко. А маленькими шагами надежнее, да? Вот я и упала. Перевод слова. Маленький шаг надо было делать. А куда она исчезла? Так, теперь смотрим блоки. Смотрим блоки. Так. Когда скрин инициализирован, надо что-то сразу присвоить, сразу. И потом постепенно вот это все добавлять. Тогда... Вот. Что-то... Если вот это убрать сначала, и сразу присвоить надо сделать. Это убрать. И вообще целиком если. И сюда присвоить что-то. Надпись. Да. Присвоить. Надпись текст. Что-нибудь написать туда. Это один раз хватит. Там name, да, а было другое, да? А было просто пустой блок. Угу. Так, теперь запускаем. И вот так потихоньку нужно наращивать вообще, по-хорошему. Вот понятно, это, да? Надо удалить. Нет-нет, пусть лежит. Оно же не привязано, не будет работать. Закомментировать можно? Вот это и есть комментарий, когда он ни к чему не привязан. Ага. Комментарий. Ну, то есть, не надо писать сразу что-то гигантское, да? Оно обязательно грохнется. Надо что-то по-маленькому добавлять, добавлять, пока вот, не станет большим. Понятно? Да. Да, Алия. Вот это всем касается, да? Алишер Шерзат, понятно, да? Когда что-то делаете, маленькими шагами вперед идете, а не сразу большими шагами, да? Да, да, понятно. Это вообще стабильнее, надежнее будет. Так. Загрузим. Уверен, что Алишер там композицию написал. Угу. Так, вот name появился, да?
Теперь нужно проверить, как работает теперь вот это «если». И так далее. Понятно, Искандер? А? Постепенно надо все отрабатывать, да? Что-то одно. Вот, то есть, что такое программирование? Может, попробуем что-то? Нет, надо самостоятельно посидеть. Разбить сложную работу на множество простых, чтобы мог выполнить любой дурак, да? Вместо любого дурака у нас вот мобильное устройство, да, получается? Вот, и если мы хотим его научить что-то делать сложное, мы разбиваем на ряд простых шагов и эти шаги тестируем каждый раз, когда вводим. Ясно? Когда слишком много положим, мы же не будем знать, где ошибка. А когда вот по одному, вот как рис перебирают по зернышку, да, и видно, где камень, да, и то